находимся в городе Владивостоке на проходной дальзавода и завода Mazda Sorers. Российский комитет рабочих – это семинар, который проводится Фондом Рабочей Академии и Федерацией профсоюзов России. РКР проводится дважды в год – весной и осенью. Каждый трудовой коллектив может отправить туда своего представителя. Участие бесплатно. Главная тема предстоящего семинара – это переход на 6-часовой рабочий день с сохранением уровней заработной платы. Приморцы, направьте своих делегатов на РКР и вы. Камчатка уже отправила туда своего представителя.